Здравствуйте! В этом видео я покажу свои розы и клематисы. Еще больше распустился клематис, еще серединки, правда, не распустились. Столько цветов. Еще каждая вот эта серединка будет распускаться, такой набитой становиться. Вот она потихонечку распускается. Вот здесь. Видно. Вот такие цветочки. Немножко камера по-другому передает цвет. Вот он больше такой. Цвести, но он всегда позже цветет. Бутоны здесь, конечно, их меньше. Намного меньше. 3 штучки, что ли, всего. И почему-то завял, наверное, личинки майского жука подъедают, потому что я вижу, что некоторые веточки завяли. Нужно будет обработать. Так, и вот почти открылся цветок. Видно, насколько он многослойный. Очень красивый. Каждый день, правда, идут дожди, и из-за этого цветочки все время мокрые, невозможно снять нормально. Может быть, даже еще больше будут открываться. Вот эти вот серединки, они все должны раскрыться. Ну, это уже на конец июня. Ой, на конец мая. 27 мая так они выглядят. И рядышком расцвел еще один клематис, тоже фиолетовый. Вот здесь 2 цветочка только пока еще раскрылись. Очень красивые. Буквально вчера еще были бутоны, а сегодня раскрылся цветочек. И вот совсем расцвел уже. Все цветочки крупные, хорошие такие, вот с ладошку размером, неплохие. Единственная беда, что, по-моему, я брала малинового цвета. Ну, это тоже красивые, они здесь 2 сочетаются. Интересно. И вот второй я уже снимала, он уже давно цветет. Мне кажется, уже больше 2 недель. Красиво. А вот еще один цветочек. Только-только расцвел, наверное, такой яркий цвет. Красиво. Уже хочет распускаться мой любимый клематис. Вот уже бутончики набрал. Здесь огромные белые цветы. Размером больше 20 сантиметров. Буквально чуть-чуть, пару дней, и он уже распустится. Уже полностью расцвел клематик. И здесь внизу флорибунда желтая. Такая красивая. Тоже распускается потихонечку. Вот уже расцвели розочки, флорибунды. Цветет она весь сезон, пчелки над ними кружатся. Они очень интересны возле клематисов. Желтые розы, фиолетовые клематисы интересно друг друга дополняют. Очень красивое сочетание. Роза это будет выше немного, на где-то 90 сантиметров. Распустились розочки. Мне обещали, что это розочка как петунья, цветет весь сезон, постоянно выбрасывает новые бутоны. Еще пока не знаю, буду проверять. Несмотря на то, что цветок простой, но очень интересно выглядит, красивая расцветка. Бутончики уже следующие есть, вот здесь. И здесь еще на веточке, а эти уже отцветают, облетают.
нежный такой, как бабочка. И вторая, точно такая же роза, которая цветет весь сезон. Точно так же не очень набитые бутончики, цветы. Вот уже видно серединка, когда распускается. Но цвет очень роскошный. Если будет большой красивый куст, будет выглядеть роскошно. У меня здесь самшита рядом. Будет интересно все это выглядеть в итоге. Вот и вот эта красота. Роза просто шикарная. Самое интересное, что вот здесь розовая расцвела. А здесь кремовая. Здесь получается розовая серединка. А это совершенно розовая. Просто вообще шикарные. По-разному выглядит. Буквально денек-другой, наверное, цветут пожара невозможно. Эта плетистая роза очень шикарная. Прям каждый день расцветает больше и больше. Мне очень нравится. Если такая будет огромная и с таким количеством цветков, то просто будет отличная роза. Даже не жалею, что она не белорозовая, как я хотела. Вариант очень неплохой. Вот все подожглись на солнце, конечно, эти розочки. Но просто такое буйство. Такая красота. Такие грозди. Просто даже в шоке. Очень хорошая роза. Красивая. Но все просто спеклись на солнышке. Вот так выглядят бутончики. Жалко. Вот видите, просто как спеклись. Жалко. Такую красоту не увидела. Еще одна красавица. Роза. Жара стояла, конечно, неимоверная, но она, наверное, расцвела буквально, наверное, вчера. Мы были на даче. Очень красивая. Такие прям грозди до самого пола спадают. Листья вон с черешни осыпались. Растет черешня. Вот такая розочка у меня. Здесь вот черешенки. Такая прям веточка наливная, красивая. Красота. Сейчас будем кушать.